Умница Перин. Пошла дальше атака. Заброс. Матри. Ну вот, наконец-то он зацепился. И гол! Бертолаччи! Ну вот вам и сухой, низовой, выражаясь букмекерским языком, матч. Да нет, конечно, в этом сезоне. Заброс от Эды Нилсона. Матри зацепился. И оставил мяч вовремя Бертолаччи. Матри уже сам хотел с разворота бить, но прочувствовал этот момент. Может быть, и команду услышал от партнера. И набегавший там метров 10, бежавший без остановок, Бертолаччи ахнул, ухнул, бабахнул. 1-0, едем дальше. Обработка мяча. А такая обработка мяча в случае с мастерами — это просто признак усталости. Не более того. Подача. Макароне! И гол! Ха-ха, вот вам и ответ на мою ругань. Массимо Макароне в третий раз за сегодняшний матч оказывается после подачи с углового на солиста. Все наиграно. Опять сильнейшая подача. И да, друзья, это была игра рукой. Не было нарушения правил. У Макарона они здесь вели борьбу с соперником. Но вот мяч попал в руку защитника. Тонелли. И это не была игра рукой. Она, да, в естественном положении, но именно от руки мяч в ворота попал. И я думаю, это было, конечно, следовало отменить. Но опять...